Привет Сашиным подписчикам. Прошел год, нужно маленько окультурить машину. Будем заниматься ремонтом с Сашей. Сварки, снова сварка. Опять сварка, да? Снова. Хуторянин выходного дня в Межере. Сегодня репортаж с Межере. Это от хутора 115 километров. Ремонт шарана. В гостях у товарища «Золотые руки», которые... Вот будем заниматься сегодня. Помимо всего прочего, у него в гараже стоит вот такая, такой агрегат. Это чтобы ему было не скучно работать, сказал, специально взял. Поехали! Мастер говорит, самый лучший металл для ремонта машин – это металл со старого холодильника. Сделанная в СССР холодильник – это лучшая жизнь для ремонта машины. Она очень не поддается коррозии, не гниет. 3 года гарантии – это точно. По соли можете ездить. Вот все гнилое ушло вон. Что получается? Ну сколько? Это сейчас, Саш. Так что? Да. Последние штрихи. Мастер устал. Все, закончили ремонт. Не прошло и 11 часов. Все, и все, машина стоит на колесах. Стало затянуть гайки на колесах. Большое спасибо Николаю.
Я уже давно этим ремонтом не занимался, этим вещей. Рекомендую вам мастера. А? Рекомендую мастера. Все. Всем пока. Пока-пока. С вами был канал Хуторянин выходного дня и его товарищ Николай. Приезжайте.